Всем привет! Все самое новое и интересное смотри на Универ Ньюс. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Мне, пожалуйста, статью без сахара. О мультимедийной журналистике говорили в Казанском федеральном. Скажем, вместе коррупции нет. Всю серьезность данной проблемы обсудили на круглом столе КФУ. Как побывать в армии и не сбежать? За один день студенты КФУ испытали на себе все ужасы и прелести армейской жизни. Вы знали, что каждый журналист в душе бариста, а в материалах средств массовой информации бывают кусочки сахара. Рецепт вкуснейшей публикации узнавала наш корреспондент Анастасия Иванова. В КФУ стартовали тренинги и семинары по мультимедийной журналистике. На мастер-классах преподаватели вуза, блогеры и журналисты учились делать контент интересным и интерактивным. Мультимедийный бариста – так называлась первая лекция Оксаны Силантьевой, ведущего тренера в сфере массовых коммуникаций. Уникальность ее идеи в сравнении журналиста с баристой, а материалы СМИ с самым обычным кофе. Используя метафору приготовления кофе, участники встречи разбирались, что основа мультимедийного материала – это эспрессо, а обогащенный интересными фактами текст – это как кофе с молоком. Они любят эспрессо с молоком, со сливками, с пенкой. Точно так же журналистские материалы. Просто вот этот сырой материал «Кто, что, где, когда» он нужен очень малому количеству людей. Людям нужны интервью, комментарии, инфографика, объяснения, помещение в контекст. Как известно, в современном мире человек воспринимает все комплексно, поэтому в своих публикациях журналисту необходимо уметь грамотно использовать видео, фото и аудио, находить интересные истории, которые захватывают внимание пользователей. Самый главный лайфхак – это ищите героев. Потому что людям в медиа интересны другие люди. Поэтому ищите, смотрите вокруг, находите нестандартных героев, тех, которых не попадают на ленты новостей. Образовательные лекции по мультимедийной журналистике проходят в 23 городах России. В Казани они продлятся еще 3 дня. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Время самых актуальных новостей сети интернет. В эфире наша традиционная рубрика «Веб Ньюс». Смотрим. Таиф Инка назвал причину пожара на заводе в Нижнекамске. По предварительной версии, огонь вспыхнул вследствие разгерметизации воздушного холодильника при проведении работ по опрессовке на установке гидрокрекинга. В результате пожара были пострадавшие. В Казани стартовал отборочный этап политзавода. Новый сезон проекта татарстанского штаба МГЕР собрал более 700 заявок. Победителям обещают стажировку в законодательных органах власти всех уровней и обучение в одном из образовательных центров Москвы по специальности политология. 91-летний житель Татарстана стал призером всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2016». Освоив компьютер и интернет, участники конкурса самостоятельно оформляют налоговые вычеты на портале госуслуг, находят новую работу после выхода на пенсию, открывают собственные предприятия, также помогают изучать азбуку интернета друзьям и соседям. С 5 по 9 ноября Дворец водных видов спорта снова примет лучших пловцов страны. На одном из объектов Поволжской академии спорта пройдет чемпионат России по плаванию на короткой воде в 25-метровом бассейне. На соревнования заявлено 580 спортсменов из 62 регионов России. Национальный чемпионат станет отборочным этапом для участия в чемпионате мира по плаванию в Канаде. В ноябре в Казани заработает новое колесо обозрения вокруг света. Современное колесо обозрения станет одним из самых высоких в мире и вторым по высоте в России. Аттракцион оборудован 36 теплыми кабинками, что позволит ему функционировать круглый год. В Казанском федеральном университете принимали делегацию Парижского института науки и техники «Паритек». Это межведомственная кооперативная организация, осуществляющая разработку совместных образовательных, исследовательских и инновационных проектов науки, техники и менеджменте. 11 ноября выдающиеся выпускники КФУ выступят перед студентами в рамках запуска проекта «Мост». В формате 15-минутных свободных выступлений выпускники поделятся своими историями успеха, случаями из практики, воспоминаниями о студенчестве и профессиональными секретами. 5 спикеров представят различные сферы жизни, управления, бизнес, творчество, лайфстайл и науку. Успешно бороться с коррупцией можно только сообща, объединив усилия правоохранительных органов и общественности. Что сильнее, закон или взятка? Настало время сделать выбор. Давно не секрет, что коррупция наносит серьезный вред обществу. Более того, влечет за собой привлечение к уголовной ответственности. И тем не менее, многие все равно упорно пытаются превратить ее в решение любого вопроса, не всегда полностью осознавая всю серьезность данной проблемы. В связи с этим в стенах Казанского университета прошел круглый стол, тема которого коснулась противодействия коррупции и презентация нового учебного пособия, конфликт интересов, антикоррупционные институты и практики в организации. Тоже
на понимание и найдем средства и сделаем достойное количество экземпляров и раздадим нашим кураторам. Таковых у нас порядка 300 человек, и, собственно, рассчитано данное учебное методическое пособие на эту аудиторию для того, чтобы применить это в практике, в работе с молодежью. Авторами пособия стали доценты и профессора Казанского университета. Они раскрывают определение понятия коррупция, дают классификацию данного феномена и выделяют ее основные формы. Авторы анализируют последствия коррупции для общества и выделяют основные элементы противодействия ей на современном этапе. Стоит отметить, что к книге открыт доступ каждому желающему, как в печатном, так и в электронном виде. Я думаю, что мы распространим его и в электронном, и в бумажной форме. Что касается бумажных носителей, то это в департамент молодежной политики. А что касается, значит, электронной формы, я думаю, что это будет общедоступно. Мероприятие посетили профессора Казанского федерального и других учебных заведений, представители правоохранительных органов и студенческих объединений. Замечено, что с проблемой борются не только юристы, но и психологи, конфликтологи, социологи, журналисты и многие другие. Это легко объяснить, ведь успешно взять верх над коррупцией можно только объединив усилия. Аделя Шамилова, Руслан Уразаев, Универньюз. Учиться, учиться и еще раз учиться. Что нового узнали студенты Казанского университета, держа в руках настоящие автоматы? Мужчине нужно посадить дерево, построить дом, вырастить сына и пройти курс армейской подготовки. Сегодня последний пункт выполнили студенты Казанского федерального. 3 ноября в Республиканском центре «Патриот» для студентов казанских вузов прошла боевая подготовка «Один день в армии». Основная задача – познакомить ребят с армейским бытом, с армейским распорядком и дать им понять, что такое армейская служба. Сейчас, к сожалению, у нас подготовки к армии в школах уделяется недостаточное внимание. И вот эти ребята как раз те, кто потеряли основы военной службы в школе. И многие из них первый раз держат автомат в руках. Поспать в казарме, отведать армейского обеда и взять в руки настоящий автомат. Многие студенты делали это сегодня впервые, но есть среди них и те, для кого это уже привычное дело. Нет, это не в новинку. Я уже третий год являюсь сотрудником студенческого отряда безопасности Казанского федерального университета. И мы многое уже проходили и многое знаем. Знакомство студентов с воинской службы началось с утренней зарядки, пробежки, упражнений на турниках и брусьях. Все как в армии – пробежать с тяжелым автоматом и прикрыть товарища от вымышленных пуль соперников. Этому учились ребята на занятиях по тактической подготовке. Помимо этого, каждому удалось примерить на себя и роль альпиниста, научиться завязывать узлы и, не оступившись, взобраться как можно выше по скалодрому. Юные бойцы получили на занятиях и сведения о первой медицинской помощи. Появилось ли какое-то желание уже отслужить в будущем? Есть такое желание. У меня было желание. Я вот поступил на военную кафедру КНИТУ КХТИ. Сейчас я обучаюсь на военной кафедре. И я, честно сказать, люблю точность. То есть каждый день встать с утра, ложиться спать вовремя. То есть это мне нравится. Все приблизено к реальной обстановке. И реально у нас просыпается такое чувство отслужить в военных силах Российской Федерации. И возможно, что после такого дня из жизни солдата, желающих отслужить в рядах российской армии, станет гораздо больше. Анна Глазнова, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня это все. Будь всегда в теме с Универньюз. Пока!